Минувшие выходные выдались в Ивановской области аномально жаркими. Столбик термометра пересекал отметку в 30 градусов. Многие предпочли провести эти дни вблизи водоемов. Не обошлось без происшествий. В субботу на Хромцовских карьерах едва не погибла молодая девушка. Двое мужчин вовремя заметили произошедшее. Ее удалось вытащить на берег и вернуть к жизни. А вот в Енишемском районе случилась трагедия с летальным исходом. Неподалеку от деревни Лапшиха утонул 9-летний мальчик. Ребенок купался вместе со сверстниками. Приятели попытались ему помочь и достали из воды. К сожалению, прибывшие на место врачи были уже бессильны. 9 июня в 19 часов 5 минут на акватории реки Кинешемка в городе Кинешма. В месте не предназначено